В Даугавпилсской крепости завершены строительные работы на территории исторического инженерного арсенала. Здание сдано в эксплуатацию, и в ближайшее время здесь планируется открытие нового туристического объекта – Центра индустриального дизайна и техники «Инженерный арсенал». Это здание построено в 1840-45 году. Это последнее здание, спроектированное архитектором Александром Штаубертом для нашей крепости. Исторически это был как большой город мастеров. Здесь производили инструмент для нужд крепости. В этом корпусе в основном складировали различные строительные материалы, материалы, все, что было необходимо для крепостного гарнизона. В советские годы помещения использовались для нужд авиационной школы, но с 1994 года здание пустовало. Его техническое состояние ухудшалось, и было решено принять меры для сохранения и развития исторической постройки. В 2016 году инженерный арсенал перешел от государства в собственность Даугавпилсского городского самоуправления. Благодаря привлечению финансирования из структурных фондов Европейского союза и программ приграничного сотрудничества в здании были проведены обширные реставрационные и консервационные работы. В конце 2019 года начались строительные работы. В принципе, финансирование происходило из двух проектов, потому что, к сожалению, столько много денег из одного кошелька очень сложно привлечь сразу. Поэтому можно увидеть, что один корпус у нас законсервирован, да, то есть крыша установлена над всем зданием, но в этом корпусе пока ничего не будет происходить, будем ждать финансирования. Западный корпус полностью подготовлен для функционирования нового учреждения культуры и туризма. То есть это центр техники индустриального дизайна. В помещениях проведены новые инженерные коммуникации, водопровод, канализация, электроснабжение и охранная система. Одним из наиболее удачных решений является оборудование приподнятого пола, что позволяет скрыть под покрытием все инженерные коммуникации, при этом максимально сохранив исторический облик стен. Придем в порядок, еще один большой объект инфраструктуры, брошенное здание, которое очень-очень много лет никого не интересовало. И сегодня все мы можем наблюдать, как инженерный арсенал возродился, можно знакомить с ним наших жителей, наших гостей, потому что то содержание, тот дух, который здесь ожил, говорит сам за себя, и эмоции на сегодняшний день очень-очень позитивные, и уже в ближайшее время будут все залы наполнены экспонатами, и жители смогут посетить, смогут ознакомиться с данным памятником архитектуры. И, на мой взгляд, потенциал у данного объекта в крепости намного-намного больше даже, чем у знаменитого Ротко. После принятия здания инженерного арсенала в эксплуатацию продолжится работа над концепцией экспозиции техники. Планируется, что Центр индустриального дизайна и техники «Инженерный арсенал» распахнет свои двери для посетителей уже в этом году. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилсского городского самоуправления.